Слушайте, мы переживаем сегодня очень сложные времена в Республике Молдова. Все знают об этом. Сложность их заключается в том, что потихонечку очень важные государственные учреждения, не учреждения, а государственные институты власти, они потихонечку теряют свою легитимность. Ну, скажем, начнем с правительства, которое очень многие не считают легитимным. Многие не считают парламент легитимным. Со вчерашнего дня Высшая судебная палата нелегитимна, и Совет магистратуры, Высший совет магистратуры тоже уже попадает под нелегитимность. Национальный банк является нелегитимной структурой в сознании очень спокойно много. Работает. Я понимаю, но дело в том, что это прямой конфликт с обществом, это прямой конфликт с народом. Если дальше будет так продолжаться, уже последний ретут, я думаю, что это мы можем говорить о институте президента. То я не думаю, что в данном случае надо остановиться, немножко вообще понимать, что происходит, и входить в конфликт напрямую с народом, мне кажется, это абсолютно безумие. Поэтому, исходя из конституционного права, Конституция гласит о том, что высший орган законодательный в Молдове является парламент. И приндерогари, да, с отклонениями от закона, можно принимать законы. Исходя из кризисной ситуации в обществе. Для этого, собственно говоря, мы обязаны. Мы обязаны этим заниматься. Если большинство не слушает и не слышит этого, это его проблема, этого большинства, этих депутатов.